замечательно, что подобные мероприятия происходят. Происходят в Киеве и в наше время, что действительно история не остается лишь пылью на полках и не является вещью, которую изучают только отдельные люди, а действительно становится достоянием широкой общественности. В частности, история армян в Украине и армян в Киеве. Очень много интересных фактов, которые ранее, например, мною не были найдены, которые сейчас прозвучали. В частности, относительно молитвы в Софии Киевской самой, относительно вообще роли армянской громады в истории Киева на различных этапах. Это мероприятие, мне кажется, и с точки зрения экскурсии было достаточно важным, и его важно популяризировать среди людей, которые не представляют армянскую общину, а среди в целом населения Украины, с одной стороны. А с другой стороны, есть научная часть, которая направлена на то, чтобы пролить еще больше света на некоторые менее популярные моменты, возможно, моменты, которые до сих пор упускались. Достаточно сенсационное мероприятие, которых должно быть больше.